Об этом не принято говорить, но я скажу. Дарить цветы стало слишком банально, и есть подарки, которые намного лучше, чем цветы. Вот сегодня, например, я пришла на уже очень популярную точку в Алматы Висентай Молли под названием Waffles. Находится она на последнем этаже в фудкорте, я ее видела по всему ТикТоку, поэтому людей было много и пришлось постоять в очереди. Она очень яркая, оформление у нее шикарное. На витрине красуется шоколадный фонтан и яркие коробки Waffles. Меню у них очень удобное, с картинками. Цены тоже, кстати, нормальные, и их новая позиция, за которую все приходят, это клубника в шоколаде. Поэтому я решила сегодня ее обязательно попробовать. Обслуживание и персонал здесь, кстати, отлично. Ну и делают они все прямо на ваших глазах достаточно быстро. Я уже не раз была в Waffles и всегда брала боксы. И сегодня поэтому я решила попробовать что-то новое. Взяла разные 4 позиции. Первым делом это такой bubble tea со вкусом Сникерса. Он реально на вкус как Сникерс, и он безумно сладкий. Далее, конечно же, легендарная клубника из шоколадного фонтана. Шоколад можно выбрать белый или молочный, или сделать смешанный. Но я выбрала молочный. Это было безумно вкусно, это мне так сильно напомнило детство. Далее я взяла коробочку со фруктами и пончиками. Вот эти пончики я просто обожаю, они безумно мягкие, в них неприятная начинка, но она вкусная. Второй взял обычные блины с лотосом. Лотос — это, если что, такое печенье. И эти блины тоже мне очень понравились. Потому что помимо крошки, там еще есть безумно вкусный сладкий крем. Порции были просто огромные, поэтому я безумно наелась. И, конечно же, это все очень сладкое. Но последний туалет находится в самом Висентай Молли. Он очень чистый, просторный, к нему нет предъяв. В общем, я считаю, что Waffles — это идеальный подарок 14 февраля. Поэтому они получают 10 из 10 по шкале Азизы. А что вы думаете по этому поводу?